Доброго времени суток. Вы на канале Funny Mushroom School. И я Макс Селлер. Здесь речь пойдет об обработке емкости, которая используется при посадке мицелия. Вот этот удобный контейнер будет использоваться для разминания упаковок с мицелием. Прекрасно, сюда помещается 5 кило и достаточно места для того, чтобы его разрыхлить. И в этом случае, вот здесь уже однозначно применяется препарат Лизоформин 3000, который я рекомендую грибоводам во всех отношениях использовать для обработки емкости. Именно то, что будет непосредственно соприкасаться со стерильным материалом. Значит, здесь используется препарат. Ну, это не от него. Бутылка — это просто разбавленный препарат Лизоформин 3000. Разбавляется в соотношении 20 кубиков Лизоформина 3000 на 1,5 литра воды. Сам препарат реализуется в концентрированном виде. Емкости по 1 литру. Из 1 литра можно приготовить 75 литров рабочего раствора. 75 литров, можете себе представить. То есть и по цене, и по своей эффективности, и по всем параметрам обработки этот препарат находится вне конкуренции с другими препаратами. Это медицинский препарат, который применяется на операциях для обработки рук хирурга. То есть уничтожает он все, начиная от вируса СПИДа, туберкулеза, также всех возможных вирусов, гепатита и заканчивая бактериями и всем остальным. Естественно, действует на споры и на все. Значит, концентрации 20 кубиков на 1,5 литра достаточно. Уже многие годы я использую вот такую удобную емкость. Здесь есть сверху дозатор. Это когда-то был какой-то МВФский препарат. Это был когда-то какой-то препарат МВФский. И здесь 1,5 литра воды. А здесь есть такой вот дозатор, который наливается по уровню 20 кубиков. Потом это взбалтывается и переливается в любой из распылителей. И здесь мы можем производим вот обработку самой емкости. Ну, ее надо так довольно прилично обработать, потому что она будет непосредственно иметь контакт с нашим мицелием. Поэтому мы ее вот так вот обрабатываем и оставляем на некоторое время для экспозиции. В таком вот положении, чтобы подействовал препарат, то есть для любой дезинфицирующего раствора, для любого дезинфицирующего раствора есть время, то что называется экспозиции, за время, за которое он подействует. Ну и за какое-то время, пока мы приготовимся, пока пакеты, пока все остальное произойдет дезинфекция, сюда можно будет спокойно помещать мицелий. И нужно сказать, что важную ошибку, которую делают многие грибоводы, это то, что они после каждой упаковки мицелия не производят обработку емкости. Значит, запомните, когда вы делаете посадку по тому способу, как я вот это делаю, значит, после каждой упаковки мицелия производится повторная обработка вот этой емкости дезинфицирующим раствором, после чего протирается стерильной соломой, и таким вот образом производится дезинфекция после каждой упаковки мицелия. Потому что если вдруг каким-то образом попадет инфицированный мицелий, ну это маловероятно, но может быть такое, какая-то там что-то произойдет, и произойдет инфекция на первом пакете, то в дальнейшем этот шлейф приведет к тому, что испортим всю партию. Поэтому пакет отработали, повытирали, и следующий пакет. И если вы будете применять вот эти условия, то даже несмотря на то, что вдруг, если попадет какая-то инфекция, то испорчено будет все-таки очень небольшое количество пакетов.
ну, буквально там сколько получается из этой упаковки, то есть штук 15. Вот, ну, это такое, ну, у меня такого не бывает, ну, у кого бывает, и вся партия вот испорчена, скорее всего, вы забыли о том, что после каждой упаковки мицелия нужно произвести обработку емкости. А с вами был Макс Селлер. По вопросам заказа качественного мицелия обращайтесь по телефону +38 066 13 77 579.